С одной стороны, это приятно, то, что люди, знаете, в такое, скажем так, тяжелое время для тех стран, про которые мы говорим, да, немножечко стараются так перевести в такой формат. Но, с другой стороны, не знаю, мне кажется, ну, не время, наверное. Мы всей душевностью, да, отдаем вот свою энергию и получаем, что самое важное, взамен то же самое. Знаете, какой-то, ну не то, что патриотизм включается, а все равно какое-то свое родное и близкое для людей. Ну, кто-то застрял еще немножечко в таких шутках. Проект «Фестиваль Сектор Газа» существует уже с 2017 года. За это время мы объездили очень много городов, а в некоторых побывали 2 и 3 раза. Совсем недавно приехали из тура, у нас было 10 городов, была насыщенная концертная программа. И возрастная категория, кстати, очень круто, то, что это условно от 18 лет. Ну, от 18 это как бы можно проходить, скажем, в клуб, а на самом деле дети там 9-10 лет, 11-12. Сопровождение родителей приходят, стоят с такими глазками, смотрят, то, что они знают, кстати, песни все. Будут полнометражные. Важный фильм, который выйдет в кинотеатрах. Вот буквально только что, час назад, мы были в студии Чехов и обсуждали проект в сценарий. Сценарий нам очень понравился, это будет очень интересно. Соответственно, съемки начнутся уже где-то весной, после всех подтверждений. Ну, вот, поэтому это будет очень громкий проект. Могу сказать, хейтеров много. Вот, и хейта очень много всегда и везде. Это не только там к нам относится. Ну, как-то, знаете, спокойно отношусь к этому. Но больше совершенно. Любовь окружает. Душевность. Вот как после всех наших концертов основа того, что мы делаем, и все это подтверждают, что на наших концертах всегда присутствует душевность между публикой и нами.